нравится атмосфера мероприятия, очень нравится количество команд, то, что сильные соперники. Это возможность побороться, набраться опыта, плюс остаться в какой-то хорошей, более-менее форме, может быть, на будущие старты, которые нам все-таки разрешат, мы все надеемся. Ну, J-класс – это международный класс. Это стабильные, одинаковые лодки, продуманные. Нравится своей балансированностью, скоростью, какой-то маневренностью, скажем так. Все нюансы с постройкой лодки доведены до ума, и, в общем-то, на них приятно сидеть, гоняться. Они действительно равнозначные, может быть, немножко отличаются в настройках, но ProYachting сделал в этом году так, что каждая команда может настроить самостоятельно лодку, и все зависит уже непосредственно от команды, паруса одинаковые, в общем-то, здорово. Сегодня, кстати, прошли хорошие длинные гонки, минут по 40-50, удачные направления. То есть и галсы подлиннее, и полные курсы. Так, более классическая, будем говорить, борьба именно здесь про яхтинги. Ну, в общем-то, этим и привлекает, поэтому... Нравится акватория, достаточно хорошая и... Ну, не всегда стабильная, но в этом-то и есть интерес, потому что никогда не знаешь, кому повезет, кто что-то угадает, не угадает. Вот, то есть такая вот идет головоломка. Можно выиграть, можно проиграть, все в абсолютно равных условиях. Ну, поздравлять еще рано, все только еще начинается. Впереди еще два тяжелых, сложных дня, я в этом уверен. Вот, погода, как всегда, такая сложненькая, несмотря на то, что сегодня дуло вдоль акватории. Ветер был нестабильный по силе ветра. Где-то он был сильнее, где-то он был слабее. Тем самым он давал свои сложности и коррективы. Глобальных задач не ставим, но если войдем там в топ-10, это для нас будет шикарный результат, потому что все команды сильные, очень достойные, и с ними интересно бороться.